Первый учебный день в МГУ. Ну что, ребята, в первый раз в третий класс. Сегодня начинается мой третий курс на журфаке МГУ, и я покажу, как он проходит. Приезжаю на факультет, здесь целая тусовка, все общаются, фоткаются, не виделись целое лето, для перваков вообще настоящий праздник. А я тем временем иду на свою первую лекцию по истории зарубежной журналистики. Да, смотрите, как нас много. Ну это пока. Начинаем курс изучения западной прессы 20-х годов. Ну а следом лекция по социологии. Ну а теперь на обед, кстати, по пути встретила свою подругу Женю. Она тоже блогер, и теперь мы учимся в одной группе. Я фанат холодного кофе, беру эспрессо, тоник, блинчики с творогом и отправляюсь в секретную летнюю локацию, где любят тусоваться студенты журфака. Здесь остаюсь на обед и немножко поработать, все-таки я контент-креатор и мне нужно создавать новое видео. А как я совмещаю работу, учебу и ведение блога, рассказываю в своем телеграм-канале, ссылка в описании и в закрепленном комментарии. Вот такой денек выдался, подписывайся.